Первое заседание 30-й сессии. В предполагаемой повестке вам было направлено, и повестка состояла из двух вопросов. Хочу сказать, что сегодня, еще проинформировать вас, на сессии из 20 депутатов присутствует 11. У нас еще второе заседание будет. Мы будем рассматривать вопрос из повестки, это по уставу. Для проведения принятия решения нужно кворум 2/3, то есть 14 человек. Поэтому настраивайтесь на следующую среду, второе заседание.